Я вас попросила связать таких выпуклых рядов 5. 1, 2, 3, 4, 5. Еще можно добавить 2 ряда. И еще провязать с изнаночной стороны, со внутренней стороны еще один ряд. Общих рядов я вам сейчас скажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 рядов. И мы с лицевой стороны начинаем убавлять нашу пяточку. Мы здесь сделали одну петлю воздушную, петлю подъема. И вяжем первую петельку, столбик без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Пока 14 связали, отсюда с левой стороны петельки считаем. Будем 8 и 9 убавлять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 убавляем. Значит, еще одну петельку вяжем. В следующую петельку мы убавляем. Значит, в петельку просовываем крючок, зацепляем нить, оставляем на крючке. И в следующую петельку зацепляем нить, оставляем на крючке и соединяем соединительной петлей. В эту же мы сейчас петлю воздушную не делаем, петлю подъема, а сразу же вяжем в петельку. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. С левой стороны тоже отсчитываем. 8 и 9 мы убавляем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 убавляем. Сейчас мы убавляем. 7 провязали. Значит, 8 и 9 мы убавляем точно так же. Разворачиваем вязание. Сразу же в эту петельку провязываем столбики без накида. Все петельки провяжем. В последнюю петельку просовываем крючок, оставляем на крючке и вот здесь вот видите провязанное, нам нужно в следующую насквозь петлю зацепить нить и соединить 3 петли вместе. И снова в эту же петельку провязываем столбики без накида. Последнюю петельку просовываем крючок, оставляем на крючке и в следующую петельку насквозь петлю соединяем 3 петли вместе соединительной петлей. И снова также провязываем в каждую петельку ряда. И точно так же до конца провязываем, пока у нас до самой последней петельки убавления.
Заканчиваем уже пяточку мы с вами. Потом будем по окружности вязать, и по боковой части нашего носочка мы будем убавлять. Это вам я все покажу и объясню. Вот наша пяточка заканчивается. Последнюю петельку соединяем. Здесь мы все провязываем и последнюю тоже убавляем. Вот наша пяточка готова. Теперь мы вяжем с вами по окружности. Теперь мы в первую петельку не провяжем, сразу во вторую петельку начнем вязать. Набираем уже по боковой части нашего носочка. Доходим до угла, значит, нашей боковой части носочка. Вот сейчас мы, вот здесь в самый угол у нас идет убавление. Вот мы просовываем крючок, зацепляем нить. И вот здесь вот провязанные мы в следующую петельку зацепляем нить и соединяем 3 петли вместе. Вот в этой части у нас будет убавляться. Я вам скажу, сколько будет убавлений. У нас должно по окружности нашего носочка быть 37 петель. И вязать до мизинца вашей ножки. Я вам, естественно, скажу, сколько рядов. Но вы можете примерять и смотреть по своей ноге. Как до мизинца маленького довязали, начинается убавление с четырех сторон. Можете поставить маркеры, обозначить и в этих частях убавлять. Точно так же, как сейчас мы с вами убавляем. Вот сейчас у нас опять в боковой части убавление. И соединяем. И дальше в каждую петельку мы с вами провязываем. Где вот эти наши ряды промежуточные и сам между ними, чтобы сильного такого
дырочки не было, можете одну петельку зацепить. Вот так. Вот так. Вот здесь вот сильное отверстие. Можно опять петельку зацепить. Какой-нибудь, чтобы сильной дырочки не было. И сразу же мы здесь не соединяем соединительной петлей наш ряд, а прям сразу же в первую петельку начинаем также продолжать вязать столбики без накидов. У нас первое убавление было, сейчас у нас будет продолжение второго ряда. Точно так же убавляем самой боковой части по бокам нашего носочка. И можете, в принципе, даже маркер поставить сюда, и вы посчитаете петли, сколько петель у нас по окружности. Убавляем до тех пор, пока у нас ровно 37 петель не будет. Ну вот 37 петель, чтобы ровно было. Но 37-38 можно. Вот так. Вот сейчас мы уже видим, до боковой части дошли. Здесь у нас убавление. И мы тоже сразу же здесь и убавляем. Дальше вяжем до следующего убавления. Здесь опять убавление. И дальше также продолжаем вязать по окружности столбики без накида в каждую петельку нашего ряда. Пряжа очень мягкая, не колючая и не толстая пряжа. На ножки очень хорошо, приятно одевать. Итак, продолжаете. Значит, вот в этих частях у нас убавление. Значит, мы два раза убавили уже. Сейчас я вам покажу, сколько примерно убавлений будет. Так, раз, два, еще раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще шесть убавлений в итоге в общей сложности. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, примерно семь. Может, даже будет восемь. И вот здесь у нас, чтобы общее получилось, 37-38 петель. Вяжите до мизинцев. Давайте я вам покажу, скажу, сколько рядов, значит, вяжем после убавлений.
раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 рядов после убавлений. И потом мы в четырех местах можете маркером отметить 1, 2, 3 и 4. И в этих частях мы убавляем. В принципе, здесь ничего сложного уже нет. Убавление я вам показала, как они делаются. Вот. И потом уже здесь остается по несколько под петель. Мы уже побольше здесь убавляем, чтобы сильного хвостика здесь не было. Вот. До свидания.